едем на съемку с журналом «Грация». Вот. Это будет интересный дуэт. Скоро все узнаете. Обязательно. Ну, когда мы все одинаковые? За два. Три. Хорошо. У меня просьба будет. Скажите, у вас здесь есть же тот, кто может погладить костюм? Конечно, может. Конечно. То я не успеваю на джи. А что вопрос? У меня тут есть баночки? Хватит. Чай. Горячий. Значит, я просто, чтобы вернулся к Саше, который был на месте. А вы черный или потом? Черный. Что-нибудь, пожалуйста. Вот это вот все буквально представительное. Знаете, ну кроме, конечно, я думаю, вот этого. Это уже оставим героине. Героиня у нас сегодня потрясающая. Скоро все увидите. Да, можно так мне, пожалуйста? Мне могут быть эти очень интересные. И вот эти могут мне быть вот интересные. Да, поменялись. Я уже говорила. Да? Нет, это как бы как рыба. Есть момент. Как рыба, вообще в жизни. Это да, но это немного слишком европейское. Есть. Нет, то, что вы рулите в жизни, это я давно знаю. Две раза что ли? Нет. Вот крена вам дайте. Дайте крена, да. А я какой? Ты мой, да? Ты натери, знаешь, вопросы. Ну-ка, я только за. Да. И взгляд прямо. А я в порядке. Большое до сюда, да. Поэтому я просто... Во всех, между плоскостях, во всех параметрах бразды. Вот. С чего? Мне просто так веселее. Только. Да, конечно. Просто весело. Ну, как бы жизнь идет. Годы идут. Я не знаю, что это.
Скажите, пожалуйста, а вы уже решили, когда будет бесплатный концерт для города Самары? Это будет в этом месяце? Это будет 100%, это будет... мы сейчас ведем как раз администрацию. Ну, то есть это либо до конца года или уже после? Нет, нет, это точно не какой-то, знаете, рассказ или фикция, или что-то в этом духе. Это 100% уже история, которая произойдет, скорее всего, в этом месяце. Угу, скорее супер. Всего, в этом месяце. Но максимум в следующем месяце. Угу. Максимум. И второй вопрос. Вы уже решили, на какую сумму планируете закупить медицинское оборудование? Я не пожалею. Слушайте, это моя жизнь, это мое лицо, это мои слушатели, это моя жизнь, ради которых я живу. Как вы думаете, кто принял это решение за меня? Думайте, кто? Кроме меня никто. Мы вас любим. А что с президентом?